7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Стоп. Что такое? 30 раз сжался. Я вот и вы представьте, вы понимаете, вы ходите, говорю, вот просто, чем занимаешься? Борьбой. Сколько раз отжимаешься? Приходится брать. Ой, я 50. Старайтесь эту цифру реально. Вы что, не можете утром встать и 10 раз отжаться? Это так тяжело. Утром встал, пару движений сделал, пару приседаний, пару отжиманий, пару раз пресс. Извините. У вас то, что в животе, сразу все выходит. Живот чистится. А так у вас эти сраки, там, все, что у вас переработалось в организме, оно у вас там есть. И что оно делает? Убивает организм. Потому что человек... Почему здоровые люди спортивные? Потому что все, что накопилось за счет тренировки, все это уходит кушать новое. Обмен веществ. А у вас, как было говно в животе, так и осталось. А что? Встали. Приготовились. Так, вы бросаете мяч двумя руками. Двумя. Не одной, а двумя. Отсюда. Раз, два, три, пять, Так, ушли, сели, отдыхайте. Так, вышли. Так. Чинзэч, ашзэ, пожалуйста. Аджуэ. Уно, двое, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, дечи. Уно, двое, три, патру, чинч. Мате, теперь делаете так. Если в Андрея попали, вот здесь тебя попали, все, ты становишься, поднимаешь одну руку и стоишь. Одну руку и стоишь. То есть ты не двигаешься, все, ты уже не играешь. У кого руки опущены, тот играет. Руку поднял, значит тебя выбили. Стоишь и все. А те, которые остаются. А быстрее переодеваться. Я иду качаться. Я иду. Посрать ты пойдешь. Я иду. Что я скажу, то и делать будешь. Тренером. Он будешь тренером делать все, что хочешь. Я иду. Вопросы есть? Нет, встали. Готовы? Маша, тренируйте. Так, вот спрячьтесь за них. Руку подними. Осталось у нас один человек. Хорошо, все. Ушли. Вылегли. Вылегли. Привет. Давайте чуть. Асана. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шаста. Оп. Но. Гаузич. Ой. Уно, двое, три. Ну, сказал, да, вот здесь, значит, все, мате, встали. Так, Дан вышел, один играешь. Вопросы есть? Нет. Да есть. 20, 30 секунд еще. Посередине, смотри, чтобы готовы прятаться. 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Стоп! Положение. Стоим так же. Положение. Все получат по заднице, чтобы вы бегали.
Значит, еще раз, никто не уходит, не останавливается. Он берет мяч, бросает. Значит, я ему даю, ему и Ване, и Михаэле, даю, сейчас вам скажу сколько. 2 минуты. Они должны вас попасть 20 раз. Никто не уходит. Просто 20 попаданий. По одному? Нет. Ты попал в него, в другого, в третьего, я считаю, как будет 20. Касание, все, мы их приказываем. Цене. Хаджи. Убегаем. Два. Один. Это 10 секунд. Там покуда больше. Кто ты меня бьешь, мэй? Иди сюда. Ты в меня попал. Что нужно сделать? Вот так. И еще. Нет. Еще раз. Смотри. Смотри. Старайся не кидать вверх ступор. Вниз. Там вниз. Здесь можно повыше. Вот здесь Юрий Саныч сидит. Здесь там. Так. Хаджина. 10 секунд. 3 раза есть. 4. 5. Ваня, что не меньше? Ваня. Убегай. 5. 6. Шаг. Зачем бросаешь? Дай руки. Шапка. Михаила, готовься. О! Еще двое вот. Ноу! Еще один раз, Ванюша. Дети! Ванюша, дай Михаиле мячик. Михаиле. Ну, ножки. Михаила, хай, а быстренько подбежала. Матей! Ваня, где упасть? Ваня, где упасть? Мяч берешь, подходишь к Михаилу, даешь в руки. Что же ты попал? Пожалуйста. Что ты зеленый? Хаджи! Уже вечер! Еще минута! Так, чуть-чуть в сторону. Иди возьми мячик, Михаил отдыхает. Михаил, дай даму мячик. Готовы? Отжимаем. Патру здесь. Патру здесь. Тим здесь. И бросай, да. Нормально. Нету. Есть. 18. Все?
кимоно надели. Еще раз, еще на тренировку под судо, должны все в кимоно быть. Им я сказал раздеться для того, чтобы это, чтобы видно было. Что? 600 раз.
Ну,